Дорогие друзья, речь пойдет о сносе ветхого аварийного жилья. Именно эту проблему мы обсуждали с губернатором последний приезд. Проблема, вы знаете, кричащая. Длительное время предыдущие руководители регионов не показывали количество объективных домов, которые требуют сноса, потому что просто не было денежных средств и не хотели заниматься этим. Считаю это недопустимым. И мы с Валерием Васильевичем, обсуждая этот вопрос, приняли решение, если дом соответствует понятию ветхий или аварийный, его необходимо таким признавать и делать все для того, чтобы людей отселить. Понятно, что средств не хватает. Именно поэтому обсудили этот вопрос с председателем правительства. И хочу сегодня вас порадовать. Принято решение правительством Российской Федерации выделить дополнительно Саратовской области 1 миллиард 192 миллиона. Такое решение сегодня состоялось. Да, время непростое, но это не значит, что мы должны с вами отложить решение такой проблемы, как снос ветхого аварийного жилья, в долгий ящик. Поэтому вышли на это решение, и сегодня можно сказать, что за счет этих средств до конца года должны построить 955 квартир для тех, кто будет отселен из ветхого аварийного жилья. Жилье будет строиться в Саратове, в Балаково, в Вольске, в Балашове, в Горном. Получит жилье 1841 человек. Вот в Саратове получат 1373 человека, в Балаково 295, в Вольске 120 человек, в Балашове 38, в Горном 15. А всего будет построено 955 квартир. Я надеюсь, что эта программа будет реализована. Более того, понимая ответственность, что эти средства выделены в непростое время, подойдут основательно, сделают все качественно, с тем, чтобы люди получили до конца года долгожданные квартиры и переселились из ветхого аварийного жилья. Дорогие друзья, желаю вам здоровья и успехов в реализации этой программы.